Тікай, Боря. Давай, покеда, Федор. Вот так аппарат. Генеральная уборка и прогулочка минут 30-40 на свежем воздухе. Температура минус 1-0, поэтому пускай побегают, будем убирать у них. Выгоняю для того, чтобы убрать там, потому что убрать, когда не там, ну, возможно, но когда не сам. Когда сам, не сильно хорошо. Вот тут этот не выходит. Боится вот этот. Давай. Давай. Но! Давай. Давай, 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 давай. Гуляйте по снегу. На улице 0 градусов. Вот хороший. Вот этот килограмм 100, наверное, уже. Обезьянушка. Все, давай.
Так, вышел. Давайте отсюда. Так. Нет. Ну ладно. Давай. Ага. Назад идут. Холодно, наверное. Такую профилактику раз в два дня. Вот это за два дня. Так. Ну и теперь загонять их. Давай. 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 Давай туда, назад, да. Так, обезьянка, давай на двух. Давай, давай, давай. Давай туда, давай. Давай. Застилаю. И все, и теперь сегодня понедельник. Фу. Теперь аж в среду так само. Вот. И они в домику. В кормушке пусто. Сейчас будем мешать и опять запишем. Здесь то же самое. За два дня. А тут выгрызли большую дырку. Прям яму. Полы подорвали. Так я так щит сбил. Дырку забил. Насчет кормушки. Не нарадуюсь. Килограмм 60 засыпал. И едят дня 2-3. Вообще нигде даже и чуть-чуть и щепотки не рассыпает. И кормушка глубокая, для больших отлично. 60, можно даже и больше. Засыпал, высыпать некуда, выгребать пятаками. То есть едят отлично. И вот. Сейчас тоже соберу, вывезу, соломки подскилю. И опять на 2 дня, аж до среды. То же самое собрал, тачкой заехал. То мне говорили, что у них кормушка опорожняется, там сухо, а здесь, где они опорожняются, тут мокро. Они там спят, ну и здесь тоже на краю, потому что они уже здесь не лазят полностью. Их уже скоро начнем все кирбашка делать. Вот так, раз. Вилла у меня всегда есть, потому что когда солома, лопатой плохо убирать. А виллами хорошо. Я вилла для этого и купил. А то все показывают
типа всегда у них чисто, во всех всегда все хорошо. Не, вот так они насирают. И раз в два дня убираю. Потом завожу тачку вот так. Тачку завез. У меня уже туда. Ну это когда я сам. Не, не так завез тачку. Я тут сарай ручками вперед, а здесь наоборот. Вот так. Завожу. Себе проходик оставляю. Небольшой. Пролез. И все. И убираю. Таким образом. Раз. И погнал. За два дня, я думаю, не так уж. Ну я буквально раз в два дня, чтобы мне управиться во всех сараях. Уходит где-то минут 30-40. И то я позаглядываю, на каждую посмотрю. На поросят посмотрю, как выросли, не выросли. Ну то есть стою, смотрю там, наблюдаю, вдруг где-то что-то у кого-то. Ничего нет. Раньше мне сильно не нравилось убирать, но сейчас не сильно нравится убирать. В таких старых сараях деревянными полами неудобно. А вот рядом сарай, который я делал новый, там хорошо. Там все лишь таки сгреб. Заехал, убрал. И все, а здесь вот в каждом. Тут, во-первых, и стека нету. Стеков тоже нету. И поэтому приходится вот это солому насыпать. А там я не сыплю ни солому, ну опилки бывают бреться. И все. Вот. Вот так. И теперь вывожу. И забираю тачку. Смотрю, вода есть, вода полная конечно. Выехал. Сейчас уже мне остался один сарай. Если виноват, он самый легкий на уборку. Они с прогулочки сейчас хорошо начнут комбикорм употреблять, а и солому наскилить. Сейчас. Секунду. И вот так подстилаю. Таким образом. Что это у нас? А, листья. Листья желтые. Над головой кружатся. Вот, все, запускай. Опа, соломинку убрать, чтобы в кадр не попадало. Лезь, ой, сейчас двери закрыть, а то сейчас в другую сторону пойдут. Лезь, я желтый, на головой кружатся. Давай, по очереди. Раз. Ну дальше, дальше сразу, дальше. Два, три. Давай, давай, давай. Ну, четыре. Пятый. Шестой. Седьмой. Кнопка. Восьмой. А кнопка? А, вот кнопка. Кнопка у нас подтянула. Тут вот эта кнопка. Кнопочка. На дулечке. Давай туда. Ну а так, друзья, и работаем. И все, пошел следующий сарай. Здесь уже все, корм есть. Вода полная, канистра 30 литров. Вечером наберу, выпью. И все, вот так. Бельбухы.
Вот, друзья, можем наблюдать. Крыша, ой, крыша, потолок утепленный. Снег не тает, сосулек нету. И вот на красном потолок не утепленный, просто доска, тридцатка. Можем наблюдать сосульки. А здесь я постелил агроткань на потолок и засыпал сантиметров 10, может больше, опилками. И вот так, здесь сильно теплый сарай, хотя из шлакоблока. А этот ракушка и красный кирпич, но потолок не утепленный, все, получай. Ну тут а то большие, у меня ничего страшного. Мы уже скоро туда все переедем, в новый сарай. Вот тогда заживем. Все, всем пока. Удачи, крепкого здоровья.